Ясно не нравилось мне, что меня называли. Я ругаться с людьми не умел, и сосискою быть не хотелось. Я их даже, представьте, не ел, внешне сходств никаких не имелось. Но зачем называли сосиской меня? Конечно, стыдно и очень обидно, и от этого слова уже потеря. Только мне, что не вам это не бедно. Девчонка любимой своей, но мы расстались любви очень быстро. Потому что сказал кто-то ей, ты на тачках гуляешь со сестрой. Вскоре начал я всех избегать, и шарахнулся я от прохожей. Ты друзей не пришлось потерять, стал я сам на себя не похожий. Ну зачем называю со сестрой меня? Yeah.